Сорванные обшивки домов, унесенные ветром крыши, летающие стройматериалы, оборванные провода, поваленные деревья и разбросанные по центру города скамейки. Разгул стихии, которая бушевала на днях в Петропавловске, обойдется в 7 миллионов рублей. Это предварительные подсчеты ущерба, нанесенного краевой столице прошедшим ветреным циклоном. Свыше 30 обращений были о нарушении целостности кровель жилых домов, зданий и сооружений, обрыве проводов порядка 20. Обращений было много связано с нарушением объектов дорожной инфраструктуры. В настоящее время, по предварительным данным, общий ущерб только по городу Петропавловску около 7 миллионов рублей. Но я подчеркиваю, сейчас этот ущерб уточняется. Значит, в течение недели мы вам представим подробную докладную записку относительно ситуации, которая сложилась в целом на территории Камчатского края, где изложим подробно об ущербе. Губернатор Владимир Солодов, в свою очередь, отметил, что работу нужно провести так, чтобы оценка нанесенного ущерба была адекватной. Не должно быть фактов использования денег из резервного фонда для обновления ранее обветшавших объектов. «Мы окажем помощь только тем объектам, которые действительно пострадали», подчеркнул губернатор.